Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopijana Vama Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashoda Nandana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Yashoda Nandana Jaya Vraja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Yamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нитай Гора Чандра, Нитай Гора Чандра, Нитай Гора Чандра, Нитай Гора Чандра. Джая Джагана, Джая Джагана, Джая Баладева, Джая Субхадра. Прабхупад, 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 Джай, Джай, Прабхупад. Шри Хари Нам Сангитана Яге Ки. Киртан заканчивал, знаете, вспомнилась лекция Тривикрама с вами. Была встреча с Брамачари. И он рассказывал, когда Шрила Прабхупада просил учеников давать лекции. И когда они давали лекции, он просил их больше петь. А если кто-то говорил больше, а пел меньше. Приходил лично Шутакирти по просьбе Шивы Прабхупады. Стучался и такой: «Прабу, пожалуйста, пойте больше». Я не знал, что мне делать. Ну, в общем-то, что мне скажут. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя. Нарам чива нароттамам. Девим Сарасвати яса. Патоджая мудирае. Нашта прешва бхадришо, нитьям бхагаватам севая, бхагаватиру тамашлоке, бхактир бхавати нештики. Мы продолжаем изучать шестую песню Шримад-Бхагаватам. Шестая песня Шримад-Бхагаватам. Знаете, что олицетворяет? Вератрупу. Вот есть вератрупа Господа, и каждая песня Шримад-Бхагаватам, она олицетворяет определенную часть тела. И шестая песня олицетворяет грудь Господа. И количество глав соответствует количеству символов на стопах Шримати Радхарани. Кришна, он прижимает к груди Шримати Радхарани. Поэтому шестая песня Шримад-Бхагаватам, это олицетворяет грудь. Двадцатый текст.
12 главы. Бхаван атаршин майям ваи. Вайшнавим джана могиним. Ядвихая сурам бхавам. Махапурушаттам гата. Бхаван атаршин майям ваи. Вайшнавим джана могиним. Ядвихая сурам бхавам. Махапурушаттам гата. Пожалуйста, Прабу. Махапурушаттам гата. Матаджи, пожалуйста. Бхавана таршин майям ваи. Вайшнавим джана могиним. Ядвихая сурам бхавам. Махапурушаттам гата. Бхавана таршин майям ваи. Махапурушаттам гатаха. Спасибо большое, пословный перевод. Бхаван, ты, атаршит, преодолел майям, иллюзорную энергию, ваи, действительно, вайшнавим, Господа Вишну, джанаму агиним, вводящую всех в заблуждение, яд, поскольку, вигая, отбросив, асурам, демонов, бхавам, настроение, махапурушаттам, положение возвышенного преданного, гата, достигший. Перевод и комментарий о Божественной милости Абхачраны на Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. До этого говорится, что это Индра обращается к Ритрасуре с улыбкой. Поэтому можно представить, они вот сражаются, и тут вот Индра с улыбкой обращается к нему. Ты преодолел влияние иллюзорной энергии Господа Вишну и, обретя свободу, победил свою демоническую природу и достиг положения возвышенного преданного Господа. Комментарий. Господа Вишну именуют Махапурушей. Поэтому о том, кто стал вайшнавом, говорится, что он достиг положения Махапаурушьи. Махапаурушьей был, к примеру, Махараджа Парикшит. Согласно Падмапуране, разница между полубогом и демоном заключается в том, что полубог – это преданный Господа Вишну, тогда как демон в точности наоборот. Вишну Бхакта Смрито Дайва Асураста Двипаяя. В Ритрасуру все считали демоном, но на самом деле он в избытке обладал всеми качествами преданного Махапаурушьи. Тот,
кто так или иначе предался Верховному Господу, кем бы он ни был прежде, достигает совершенства. Это становится возможным только потому, что чистый преданный пытается служить Господу. Что помогает такому человеку обрести освобождение? Вот почему во второй песне Шримад-Бхагаватам 2.4.18 Шукадева Госвами говорит: «Кирата хунданха пулинда пулкаша абхира шумгаяван хасандаи йеньеча папа яд апашрая шрая шудьянти тасмай прабхавишнаве намага». Кираты, хуны, анхры, пулинды, пулакши, абхиры, шумги, яваны, представители племени кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа, могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении. Каждый может очиститься, если обратиться за помощью к чистому преданному и будет работать над собой в соответствии с Его указаниями. Он очистится и возвысится до уровня Махапаурушьи, будь он даже Киратой, Андхрой, Полиндой или кем бы то ни было еще. Конец комментария. Ом Магинати Мирандасья Гинангина Шалакая Чакшуран Милитам Янатасма Шри Гурвай Намага Шри Читанья Манобхиштам Стапитам Йена Бхуталай Своям Рупа Кадамахьям Данати Сва Падантикам Хе Кришна Каруна Сингху Дина Бангху Джагатпате Опиша Гопика Канта Радха Канта Намастате Тапта Канчанам Гуранги Радхи Вриндаванишвари Ришабхана Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванчакалпа, Трупишча, Крипа, Синупиевача, Патитанам, Паванебхьо, Вайшнавебхьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шривасали, Гаура, Бхактавринда, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ом Вишну. Хари Кришна, дорогие преданные. Такой сегодня текст и комментарий Шрилы Прабхупады. Очень интересный. Он приводит также стих из второй песни Шримад-Бхагаватам. Вот я заглянул в этот стих, что это такое, и все вышеперечисленные пулинды, кираты, хуны, анхры и так далее. Это в пословном переводе там говорится, это жители Греции, жители России, Украины. Да, там, например, там такие, как яваны, вот, например, да, это потомки яваны, то есть царя Яяти, то есть у него был сын Явана, и вот его войско, оно обосновалось в Турции, вот, но они отбросили брахманическую культуру, и вот они считаются Яваны. Ну и так далее, то есть это те, кто, они, как сказать, да, у истоков были в ведической культуре, вот, все вели брахманический образ жизни, но со временем они оставили брахманическую деятельность. Вот. Но Шрила Прабхупада, он говорит, что есть рецепт. Он говорит, что каждый может очиститься, если обратиться к помощи, за помощью к чистому преданному. И очень важно, продолжает, что будет работать над собой. Если тот будет указывать ему. Для того, чтобы тот указывал, нужно обратиться. Соответственно. Это такой метод очищения. Вот. Недавно Евгений, он пошутил, он говорит, наше место это Кирата Шудхи.
Кираташутхи. Я говорю, почему Кираташутхи? Он говорит, ну так Шрила Прабхупада назвал один из храмов в Африке. И перевод этого Кираташутхи означает очищение местных аборигенов. Можно повесить. Брамачари Ашам. Кираташутхи. Но Шрила Прабхупада говорил о храме, то есть это значит не только тот храм, то есть Прабхупада, он давал ачар, пример, то есть каждый храм, он является так или иначе Кираташутхи, местом, где кто-то очищается. Вот. И в дополнение к этому очень интересная есть цитата, я очень часто цитировал Гургавинда с вами. Вайшнавера гунагана карила дживера трана шуниячи садху гуру мукхи. Перевод такой, что я слышал из уст садху и гуру, что прославляя вайшнава, человек освобождает себя из материального мира. Также есть цитата Гопиджанавалабхи. Гопиджанавалабха – это ученик Расикананды. Он написал биографию своего духовного учителя. И он говорит, греховный век Кали держит в темнице все человечество. Преданные, стремящиеся проповедовать, это единственные, кто способны разрушить. Слушание о качествах Кришны помогает пересечь материальный мир. Однако слушание прославления преданных помогает преодолеть прошлое, настоящее и будущее. То есть, иными словами, да, очиститься. То есть, благодаря преданным мы очищаемся. И в первой песне Шримад-Бхагаватам это прошлое время, настоящее и будущее время. Это означает, что мы очищаемся от скорби. В настоящем это, в прошлом это скорбь, в настоящем это иллюзия. А в будущем это страх. То есть это три эмоции, которые, как правило, человек он переживает в своей жизни. Это страх, иллюзия и скорбь. Поэтому благодаря слушанию прославлений преданных мы можем очиститься от этих трех влияний времени. Вот такое вот интересное у нас дополнение по поводу того, что нам оставил Шрила Прабхупада. И Шримад-Бхагаватам как раз описывает именно этих преданных. И в данном стихе мы видим, как Индра, он обращается к Вритрасуре. Вот. Но также хочу чуть-чуть перемотать историю событий чуть назад, ну и также мы перескочим. Есть небольшие, маленькие дополнения. Индра, если вы помните, он обратился за помощью к Дадхичи. Ну, по наставлению Вишну, Нарады, попросив у него кости. То есть, иными словами, как это вообще можно понять, что он обращается именно к нему, а не к какому-то человеку, там, Васе. То есть, иными словами, что мудрецы, они следуют духовной практике, их тело, оно духотворяется. Поэтому они обладают определенной силой. Шрила Прабхупада очень часто приводит этот пример. Это подобно тому, как металлический прут засунуть в огонь, и качество огня он полностью себя поглотит, хотя он не будет гореть. Вот так и здесь. Поэтому, как мы знаем, из этих костей потом сделали оружие, называется ваджра. И Дадхичи, он стал очень сильно почитаемым среди мудрецов. То есть такой урок духовной жизни
что мудрецы, они лишены эгоизма. Вот, и все и делают все для блага других. И для них, для садху, датхичи, он символизирует такой принцип, цитата: «Ни одна жертва не является слишком большой, если речь идет о защите дхармы». Еще раз. «Ни одна жертва не является слишком большой, если речь идет о защите дхармы». То есть дхарма в данном случае – это религиозные принципы. То есть такой контекст. Сильная цитата. И что интересно, в наше время военные Индии, они создали, как это называется, награду, медаль в 1950 году, называется Парамвир Чакра. Она вручается тем, кто, ну, скажем так, да, вызвал огонь на себя или отдал свою жизнь в сражении, то есть, или там шансы выжить были очень малы. Вот, и я потом так заглянул, почитал, погуглил и увидел, что лишь только 60 человек удостоились получить эту награду, там, эту медаль. И что интересно, из них только лишь 8 человек, они живые. То есть вживую получили эту медаль. Обычно получают посмертно. Такое дополнение. И дальше есть предложение из других шастр, что после того, как оружие оно убило Вритрасуру, Ваджра, оно не успокоилось, и вместо этого оно начало сжигать всю Вселенную. То есть такое могущество оружия. И дальше полубоги, они начали беспокоиться. И тогда полубоги, они, как обычно, пришли к Нараде Муни. Нарада Муни говорит: не знаю, пойдемте к Вишну. Они пришли к Вишну. И Господь Вишну сказал, что такую задачу дал: найдите мудреца, который будет подстать Дадхичи и который сможет лично вобрать в себя силу оружия Ваджра. Шишигор Нитая Киджай, Шишиджана Бодсубхадра Майя Киджай. До этого они искали Дадхичи, а теперь у них новая задача – найти такого же Дадхичи. И тогда Нарада Муни, он как Трикалагья, знает все прошлое, настоящее, будущее, он сказал, что необходимо обратиться к мудрецу Канва. Канва, Канва Муни, который жил во Вриндаване. И Канва Муни, он в это время жил со своей женой. Она была беременна, эта жена. И полубоги, они пришли к этому Канва Муни и попросили его, чтобы тот выбрал в себя это оружие, ваджу. Он согласился, и как он это сделал? Он вышел, сел по дереву баньян и погрузился в медитацию, и в медитации вобрал всю силу этого оружия. После этого полубоги, говорится, очень сильно удивились. Но дальше Канва Муни, он посмотрел на свою жену, которая была беременная. И эту силу своего оружия он передал своему будущему сыну, который еще не родился. И этого сына впоследствии звали Саубхари Муни. И Саубхари Муни, он обладал этой силой ваджра. Все вы, может быть, слышали, если не слышали, то расскажу, что Саубхари Муни, он несколько тысяч лет просидел в Ямуне. Просидел в Ямуне.
медитации. И что интересно, все знание, которое он получил от своего отца. Вот. И уже в 16 или в 17 лет он закончил обучение. Обычно в наше время, если мы заканчиваем обучение, то начинается что-то непонятное. Но Сабхари Муни он решил пойти залечь на дно. Это место, где он медитировал, оно называется Сонарака. Сонарака. Он там совершал аскезу. И также в Саубхари Муни есть пранава мантра. Цитата. Саубхари Муни Шардула Сарвешам Шаранам Пада Шибхаджа Шара Негаме Крилая Пари Пурьятам. О Саубхари, о тигр среди мудрецов, о покровитель всех живых существ, по Твоей милости, пожалуйста, полностью исполни мое желание обрести прибежище Шри Враджа Дхамы. Такое небольшое дополнение касаемо шестой песни Шримад Бхагаватам, истории с Ритрасурой. Вот. Также Саубхари Муни в дальнейшем он очень сильно прославился своими аскезами, также своими подвигами. Например, была засуха в Айодхе, и царь обратился к нему. Царя звали Мандана или Мандата. Саубхари Муни, он прервал свою медитацию, начал совершать ягью. После того, как он влил в огонь, когда он закончил ягью и произнес последнюю мантру, говорит свага, и тут же пошел ливень. Вот. Вскоре после этого Саубхари Муни пришел к этому царю, говорит, давай мне всех своих дочерей в жены. Но что интересно, царь Мандата, он не критиковал его. Он до последнего считал садху. Садху его самантавья. То есть он никак его не критиковал, думая о том, что он там постился, совершал аскезы, медитировал. Нет. Он отдал ему всех своих 50 дочерей в жены. После этого Саубхари Муни он вернулся во Вриндаван. Говорится, он жил на Манасе Ганге со своими женами. Но благодаря милости святой Враджа, также Говардхана, в дальнейшем он увидел, над чем им необходимо работать было, и он оставил своих жен и ушел опять в лес. Вот такая небольшая история про Саубхари Муни. Поэтому, дорогие преданные, у нас есть также много историй про божеств, но также очень много историй про Кришну, но и также очень много историй про преданных. И этих историй очень-очень много. Вот. Недавно узнал одну историю про царя, который служил своему божеству. Есть серия лекций Индридюна Сами. Махарадж, он дал серию лекций, 12 серий, посвященных божеству Говиндаджи. И в одной из серий своих лекций он упомянул, что божество Говиндаджи 50 лет ехало из Вриндавана в Джайпур. Где-то оно было 5 лет, где-то 10, где-то 2 недели. А где-то, говорится, самый длинный срок – это 25 лет. Я некоторым преданным рассказываю эту историю, я говорю, представляете, наши горнитаи, они 25 лет в храме. Они, понимая, на что я медитирую, на что я намекаю,
Они говорят, не будет такого, как с божеством Говиндаджи. И что интересно, когда Говиндаджи переезжала, то поклонение не останавливалось, ему постоянно поклонялись преданные. Вот, представляете, да, настроение тех жителей, где божество провело 25 лет. Открывается алтарь, а их нет. И никто не знает, куда они уехали. Это была тайная операция, когда их перевозили. Никто не знает. Ну и потом, впоследствии этому божеству, говорится, служили цари. Был Джаясингх вначале, потом его сын Ишварасингх. После Ишварасингхи был его сын Мадхвасингх I. Мадхвасингх I, он приходил на арати к божеству Говиндаджи каждый день, давал много пожертвований, предлагал золотые украшения к стопам. И потом, после Мадхвасингха, поклонялся его сын Пратапсингх I. Пратапсингх I, он каждую ночь, когда ложился спать, его ум, он был полностью поглощен мыслями о Говиндаджи. И говорится, что благодаря этому к нему во сне приходил каждую ночь Говиндаджи. Божество ему снилось. И местные дали ему прозвище Враджа Нидхи. Враджа – это Вриндаван, а Нидхи – это сокровище. То есть такое сокровище Вриндавана. И этот царь, он когда приходил на арати, то говорится, он почитал Махапрасад, ну, все делал так же, как и предыдущие цари, но Пратапсингх, он сочинял каждый день новые молитвы на санскрите божеству. И говорится, что у него также было божество, он поклонялся ему, считая, назвав его Говиндаджи, но в своих покоях, не на алтаре, а в своих покоях. У него было это божество. И он пуджарил каждый день этому божеству, начиная с 5:30 и до 12 часов в своих покоях. И он дал наставление всем своим министрам, женам, родственникам. Говорит, кто меня в это время побеспокоит, тот будет очень сильно наказан, а кто-то даже лишится жизни. Единственное, что он поручил это своему министру Джая Чанду, если какие-то там нужно решить вопросы, то вопросы эти решал министр Джаячанд. Всю эту историю мы знаем благодаря придворному поэту. Этот придворный поэт, он все это зафиксировал на бумаге. Его зовут Пратапа Пракаш. И все эти мемуары, они находятся во Вриндаване, в Вриндаванском исследовательском институте, все эти копии. Не копии, а именно оригиналы. Но также есть и копии, но в основном там оригиналы. И эти все дополнения в основном я узнал из лекции Индрадюна с вами, вот именно посвященного это божеству Говиндаджи из 12 серий. Вот очень много интересных дополнений. Даже он показывал оригинал Бхакти Сандарбы. Сандарпи Шрилы Джива Госвами. И внезапно в какой-то один из дней царство Джаяпура было атаковано монголами. И Джая Сант, он тогда не осмеливался прервать царя, но думал, надо же как-то его прервать. И тогда он берет и начинает звенеть в колокол.
в надежде, что царь он услышит. А есть, знаете, такой специальный тревожный колокол. В него звонят, когда объявляется война. Вот, и он звенел этот колокол в надежде, что царь услышит, прервет свой путь же и выйдет, и будет принимать учение в сражении. Но он так и не выходил. Но так или иначе, благодаря этому колоколу, все войско, которое должно было, ну, по боевой готовности, да, пока горит спичка, одеться и прийти во двор, и быть готовыми вступить в сражение. Но говорится, что войско, оно не идет без своего капитана, лидера, царя. В то время так было. Поэтому они были собраны и ждали. И вдруг в 8:15 царь выходит, одетый в доспехи. И традиция была в те времена такая, что прежде чем идти на бой, они проводили пуджу своему оружию, мечу. И говорится, что этот царь, он был до такой степени огромный, большой, что его меч, он был в 3 раза больше, чем у всех остальных. Вот. После этого пришла царица, прорезала свой большой палец на этом мече, поставила ему тилаку и говорит: «Виджай Бхава, Виджай Бхава», то есть «ты будешь победителем». То есть такая традиция, такой обычай, такая традиция. И тогда он выехал со своим войском на это сражение, и говорится, что 300 человек были разрублены пополам, начиная от макушки головы, заканчивая пяток его мечом. Говорится, что он сражался как лев. Очевидцы говорили, что никогда не видели такого царя в таком могуществе. Ну и в какой-то момент враг, он проткнул копьем ногу этого царя. Пратапа Синха. Ну и царь, когда увидел, что кто-то проткнул ему ногу, он взял его и обрубил, сразу убил на месте. Ну и говорится, спустя 4 часа все войско монголов, оно было повержено, и тогда все войско со своим царем вернулись обратно, и говорится, что царь этот, он вошел в свои покои. Но что интересно, когда он возвращался, то у него была перебинтована нога, верхняя часть ноги была перебинтована, там текла кровь, но все были так или иначе исполнены благодарности, ликовали, стучали в барабаны, потому что была победа. И царь он с благодарностью вошел в свои покои, и говорится, прошло 2 секунды, как царь выходит из своих покоев, полностью весь чистенький и невредименький. И тогда все генералы, они были в недоумении. Ну, потому что они видели состояние царя, который входил в свои покои, тут выходит царь вообще ни капельки не тронутый. И он увидел, что все собрались, все как после, знаете, какого-то сражения. Он такой говорит: что произошло? Ему все рассказали, что произошло. Тогда Пратап Сингх, он посмотрел на небо и сказал: «О, Говинда, о, Говинда, это можешь быть только ты». Тогда никто не понял вообще, что мелет царь. Все подумали, что он имеет в виду? Они не поняли. И тогда, говорится, они направились к Сурья-Махалу. Сурья-Махал – это то место, где был алтарь, и там было божество Говиндаджи. И когда они пришли в то место, божество было закрыто, и царь тогда дает приказ открыть занавес алтаря. И когда был занавес открытый, то перед ним стоял покрытый пылью, в разорванной одежде, с окровавленной одеждой, обернутый вокруг верхней части ноги, с улыбкой на лице, был Говиндаджи,
игравший на своей флейте. Тогда все поняли. Всем стало ясно, что произошло. И говорится, что эта история, она, знаете, она как волна такая шла, как это сказать, вокруг всего города. И говорится, что все местные жители, они тогда бросали все, чем они занимались, и шли к Господу и благодарили Его, что их защищает сам Господь. Говорится, вначале было их тысячи, потом десятки тысяч, потом уже не могли сосчитать, сколько там было жителей, сколько людей приходило на этот дашан. Вот такая небольшая история, как порой бывает, Господь участвует в защите своих преданных. Если есть вопросы, дополнения, я еще раз текст прочту. Ты преодолел влияние иллюзорной энергии Господа Вишну и, обретя свободу, победил свою демоническую природу и достиг положения возвышенного преданного Господа. Так или иначе, это были раджа-риши, то есть такие праведные цари. То есть они обладали божественной природой. Такое их положение чисто преданного. Который поклонялся этому божеству Говиндаджи. И после того, как он передал поклонение Кому он передал поклонение? Направил Махапрабху. Махапрабху направил поклоняться Говиндаджи, потому что была просьба от Рупы Госвами. Кого он направил? Не помните? Окей, вспомним, скажем. Но говорится, Рупа Госвами, они, знаете, любая одежда, которая к ним приходила, они брали, вырывали яму возле Ямуны, ложили туда свою одежду, брали, заливали туда воды, немного пыли Вриндауна. И эта одежда через несколько дней она становилась такой серой. После этого они ее доставали, споласкивали в Ямуне. Вот, и носили ее, она такая была, сероватого цвета. Вот. А, Кашишвар его звали. Вот, Кашишвар был отправлен на помощь поклоняться божеству. И говорится, такие серые одежды носили Госвами Вриндауна. В зимнее время он носил теплый чадар через левое плечо. Это до Бхактисиддханта Сарасвати, как правило, садху не носили такие одежды. Белые одежды в основном носили. Это уже Бхактисиддханта Сарасвати, он уже взял шафран у последователей Рамануджа. Если вопросов нет, Гранта Рашимад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.